Проверить слух, получить рекомендации специалиста, пройти скрининг обследования организма. В Центре общественного здоровья ульяновцы смогли получить бесплатную консультацию врача-отоларинголога. Для меня важно мое здоровье, хоть мне всего 25 лет, но тем не менее, я хочу знать о своем здоровье все и быть здоровым. Лор-врач порекомендовал наблюдение у лор-врача хотя бы раз в год, так как у меня никаких патологий не выявил, ну и наблюдает за своим артериальным давлением. Также в центре работают и другие специалисты. Помимо диагностики слуха, неравнодушным к своему здоровью померили давление, пульс, дали оценку состоянию их полости рта и проверили экспресс-контроль сердечно-сосудистой системы. Проведение акции не случайно. В России количество слабослышащих людей достигло 15 миллионов. Среди них более 1 миллиона – дети. Поэтому важно вовремя обращаться к отоларингологу и приходить на осмотр не реже 1 раза в год, чтобы избежать осложнений. Ну а что касается слуха, то более 466 миллионов в России людей имеют нарушение слуха. И около 34 миллионов среди них детей. Мы понимаем, что в амбулаторной сети не всегда человек может попасть к данным специалистам. А здесь он без проблем может пройти и получить консультацию грамотного врача-специалиста. Людей, которые жалуются на качество слуха, становится все больше. В нашем регионе такая проблема тоже присутствует. Но благодаря современным технологиям лечение и коррекция слуха стали доступными. Основной причиной возникновения проблем у молодых специалисты называют регулярное использование наушников. Сахарный диабет, повышенное артериальное давление и другие соматические патологии могут повлиять на качество слуха людей старшего поколения. Если есть проблемы, человек ощущает, что у него проблемы уже со слухом, начинает снижение слуха, нужно регулярно ходить к лор-врачу или к сурдологу, то есть это хотя бы один раз в год проверять слух на специальном аппарате в поликлинике или по месту жительства, или у нас областной поликлинике. И уже после этого принимать те лекарственные препараты, которые назначает врач. По предварительной записи проверить слух можно в любой день. А уже 6 марта в рамках проекта «Укрепление общественного здоровья» жители Ульяновской области по предварительной записи смогут попасть на осмотр к врачу-офтальмологу. Проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, при необходимости подобрать очки помогут в медицинском центре. При себе необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис. Алина Тихонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.